замороженных ельчиков, чубаков и несколько подъязков в теплую воду опустим. Сюда наберем теплой воды, опустим и маленько подержим, чтобы они оттаяли. Ну вот, решили посолить рыбу и пожарить несколько ельчиков. Заодно покажу, как это делается Алине. Всем привет, друзья! С вами Таежник Михалыч. И сегодня мы посолим рыбку. Смотрите. Рыбка отошла в теплой воде. Сейчас мы ее почистим всю сначала. Потом распотрошим, подрежем. Все, такую отправляем обратно. Берем еще одну. Аккуратненько чистим. Снизу тоже прочищаем пузико. Переворачиваем. Готово. Ну а сейчас посмотрим, как будет это делать Алина. Так, потолок в чешуе будет. Пальцы береги. Угу. Угу. Переворачиваю. Первый раз же чистишь рыбу. Угу. Здесь чистил. Здесь осталось. Палец. Аккуратно. Под плавником еще. Угу. Все. Все, все. Воду ее кидай.
Что делаешь? С головы начинай. Чаще. Чаще. Да. Ну, надрезы чаще надо делать. Чаще. Второй рукой помоги. И рыбу держать вот так. О. Все. Хвост тут срезан. Чаще. Чаще надрезы. Нет, глубже, но чаще. Вот. Плавник попал. Нужно либо промеж плавника, либо... Нет, так нельзя. Так можно. Костевые кишки. После головы вытаскивай. Не отрывай их, как бы. Прям хорошо цепляйся. Угу. Теперь помыть ее надо. Там кран. Чуть-чуть включай. Ага. Снаружи. Смотри на мою рыбку, как часто порезаю, на свою, как ты редко порезала. Видишь? Надо почаще резать. Да, вот так вот хорош. А все, вливай. Рыбу ложишь от себя. Чтобы на тебя не брызнуло. Валивай.
Одна рука, чтоб чистая у тебя была. Да, да, да. Потом с нее стряхнешь. Все, хорош. Аккуратно, чтоб на экране вывалилось. Да? Да. Все, все, все. Да все, все. Неправильно, рыбу разверни. Вот так вот, да. Да, следующий. Сейчас вот пол ведра воды, добавим соли. Теперь его надо как-то размешать. У меня есть строительный миксер, который на шуруповерт надевается, и этим размешаем. Вода набрала концентрацию, наверное, и соль не размешивается до конца. Надо притопить чем-то, грузом каким-то. Еще отливать, наверное, придется воду. Сейчас как попрёт. Прошло двое суток. Так как рыба солилась в тепле, она пересолена. Водичку снимаем. Достаем уплотнитель, и вот наши чебаки, плотва, ильцы, подъязочки, в куче здесь все. Просолилась наша рыбка, обтекла. Сейчас надо ее отмочить вот в холодной воде 2 часа. Ну что, прошло 2 часа, наша рыбка немного даже мягче стала, немножко отошла от соли. Все, смотри, отмылась чебачки от всего. Все, выкладываем, маленько с него стекает, начинаем их развешивать. Соорудил я такую штуку над батареей,
Она через неделю подсохнет, рыбка. Может, чуть больше. Потому что здесь прохладно. От батареи идет ветерок такой легкий. Посмотрим. Ну, друзья, окончили мы подготовку рыбки. Она теперь сушится. Недельку, может быть, может, повисит. Может и больше. Там не так тепло. Там прохладно. Градусов 10, наверное. Вот. Поэтому пускай сохнет, вялится. Ну и пробовать ее потихонечку под пивчело. Раз-раз. Жаль, что я на вахту уезжаю завтра. Ну а с вами был Михалыч и Алина жарила рыбку. Всем пока и удачи в нашей нелегкой жизни.